Во второй день работы 11-го Гайдаровского форума прошла экспертная дискуссия, посвященная рассмотрению аналитического доклада «Российское образование в контексте международных индикаторов», подготовленного научно-исследовательским центром мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования. На дискуссии выступил Ефим Рачевский, директор школы номер 548 Царицына, который заострил внимание присутствующих на необходимости более тесной интеграции дошкольного образования со средней школой. Он также отметил, что международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA не всегда объективна, применительно к России, и следует руководствоваться своими методиками. Я подумал, кто соберется в этом зале. Я правильно понимаю, что здесь нет тех людей, которые принимают решения по поводу образовательного ценза для воспитателей детских садов? Здесь нет людей, которые принимают решения по бюджетированию? Правильно? Поэтому у меня предложение адресовать вот этот самый доклад не нам образоваться, потому что здесь, в этом докладе, нет ничего абсолютного, на что могут влиять люди, собравшиеся вот здесь. Ну, разве что высказаться, да? Или у нас проект что-нибудь. Извините, заложите. Я пользуюсь тем, что присутствует, да, Максим здесь и так далее. Ну, посмотрите, ну, это не первый доклад, спасибо, что он есть. И однажды я попал в веселую ситуацию, ко мне в гости приехал из глухой-глухой провинции мой приятель, а у меня на кухне стоит термометр такой электронный, который погоду меряет, а там иногда будильник взрывается, и кнопку надо нажать, чтобы будильник заткнулся. Одновременно эта кнопка переключает градусник с системы Цельсия на систему Фаренгейта. И там по Фаренгейту была такая жуткая жара в июле месяце. И этот пожилой человек меня спросил, а как мы выйдем на улицу? Я про то, что мы измеряем, как мы измеряем и для чего мы измеряем. Я абсолютно с вами согласен, Виктор Степанович, что ну, PISA нам не указ. Ну какой PISA, да? Была PISA, нет PISA. Ну, мы же правильно отправили там туда-сюда и так далее. Дальше Марк Левич в начале своего вот, представления доклада, ты сказал о том, что вот каким путем, должны ли мы таким путем идти, другим путем. А кто сказал, что мы должны идти тем же путем, по которому идут все? Посмотрите, Нидерланды в период начала возрождения Северного пошли же другим путем, они отказались от католической церкви, они провели у себя революцию. Не все знают, что там в одной пивной собирались и Спиноза, и Рембрандт, и они сделали то, что потом привело к английской промышленной революции, и изменился весь контекст мира. Поэтому, Марк, я с тобой категорически не согласен, давай искать какой-нибудь другой путь, потому что западные страны, ну они рады, что они по этой самой несчастной PISA там. А кто сказал, что PISA измеряет то, другое, третье? Это то же самое, когда ко мне в школу приходит ребенок, какой-нибудь 5 класс, мама говорит, что у них дедушка был математиком, поэтому ребенок должен получать 5 по математике, да, у него одни двойки, я спрашиваю, она говорит, а в той школе, где мы учились, ему одни 5 ставили. Вот потом я выясняю, что учительница получала от них конфеты и 8 марта, и в день Конституции, и так далее. А что ей 5-то не поставить? Поэтому это все. Поэтому я бы хотел сказать то, о чем в докладе вот прописано. Доклад гигантский, он очень емкий, и это предмет для пристального, серьезного изучения. Я бы на месте там одного из лучших педвузов страны, я Игорь Римаренко имею в виду, сделал бы отдельную магистратуру по этому докладу. По этому докладу. Вот он вернется из Китая, предложит мне будет. Я бы связывал с другим, я бы связывал с производительностью труда. Я посмотрел на рост производительности труда у нас здесь, она составляет примерно 27%, половина от ирландского. Ирландия, она ведь не в лидерах там у тебя, да, ведь в этих измерениях. Да, ну, не в главных лидерах, да. А потом я подумал про эффект бабочки. Давайте на секундочку представим себе, вот Марк не показал нам, там кривая Хопмана, по-моему, да, Хопман? Там, где K-stage, ключевая ступень, это образование детей в возрасте от 3 до 6 лет является ключевым. До 3. До 3. И
дошкольный период, но давайте вспомним, когда вот Виктор Тихонович напомнил нам про исследование ПИРЛС, и когда группа Галина Цукерман и Ковалева исследовали причины, а почему мы так победили в этом самом ПИРЛС, помните? Это эффективное дошкольное образование. Эффективное дошкольное образование. Невзирая ни на что, посмотрите, это самое емкая, самая ключевая ступень в образовании получила наконец-то свое отражение в 273-м федеральном законе. Я имею в виду 2012-2013 год. Слава Богу, детский сад стал квалифицироваться не как убежище для присмотра и ухода, а как образовательный уровень. Теперь смотрим дальше. Сопоставляем заработную плату воспитателей, я ключевое слово воспитателей детского сада и педагогов школы. Намного меньше. И Ира Абанкина периодически нам дает вот эту самую статистику. В Государственной Думе Российской Федерации лет 10 тому назад я говорю, давайте перестанем их называть воспитателями. Давайте их хотя бы назовем педагогами дошкольного образования. Я абсолютно солидарен с маленьким Люксембургом, что именно там, если не ошибаюсь, магистры, да, там у них самая высокая заработная плата. А теперь про эффект бабочки. Ведь к теме, что делать надо, почему? Потому что материал блестящий, можно и больше о блестящности говорить не буду. Что делать надо? Вот берем только один тренд, вот этот, детские сады. Президент вчера упомянул про демографическую яму, к которой мы приблизились, это точно совершенно. Помните, когда губернаторы приходили с зелеными папками, президенту отчитывались по количеству очередности в детских садах. Сейчас папки, наверное, будут уже не зелеными, но синенькими, допустим, будет. Почему? Ну да, они пришли в первый класс, в прошлом году их стало на миллион, по-моему, больше первоклассников, да, и так далее. Что делать? Школа обратно, детские сады переделывают в школы. Посмотрите про эффект бабочки в Москве, что Москва сделала. Я все называть не буду, несколько моментов. Нормативно-подушевое финансирование. Начиная с 2011 года, все школы Москвы, вне зависимости от того, гимназия, лицей или просто школа, мы говорим просто учитель, просто школа, получает одинаковый норматив. К чему это привело через 6 или 7 лет? Если до этого только 71 школа давала победителей самого высокого олимпийского уровня, я имею в виду международные там и так далее, то по прошлому году, если я не ошибаюсь, уже около 300 школ из 600. Это примерно, а? 391. 391, да, то есть больше половины. А просто всех одинаково стали финансировать. Это тот самый, на самом деле, политический шаг, который привел к тому, что качественное доступное образование стало возможно вот для всех. Это конкретика. Еще один момент. Интеграция дошкольного образования со школой. Мы любим это слово преемственность, да? Может быть, даже больше, чем это предметность. Хотя и то, и другое для нас абсолютно, для нас, для простых учителей, абсолютно абстракция. Вот и то, и другое. Но стараемся, равно как и правильная деятельность, и все остальное. Вот. Я хочу о чем сказать. Вот эта интеграция, она привела к неожиданным открытиям. Открытие первое, что та возрастная психосоматическая градация, которую сделали 70 или 80 лет тому назад, она уже не работает. Я в этом же год назад на Гайдаровском форуме я говорил, что первоклассник, ребята, другой совершенно. Они приходят в школы, в абсолютном своем большинстве, если нет ЗПР, то приходят жажды познания, оснащенные абсолютной информацией про то, можно не буду говорить про то, про этнологию, минералогию там и так далее. И говорят, мы к тебе пришли, дай нам. А их заставляют брать тряпку и мыть раму по-прежнему. Понимаете, в чем драматизм? И тогда им становится, ну, скучно, неинтересно и так далее. Школа по-прежнему это прибежище очередей. Помните, да, себя помните, когда... Чем Луна отличается от Солнца? Второй класс, да, вот так вот. Чем Луна отличается от Солнца? Шестой класс, как бы ни спросили. Правильно, да? А еще вот так держит труд. Школа пространства, где отвечают на незаданные вопросы, это точно совершенно. Теперь представим себе, я вернусь на секундочку, и то, что сделал Марк Львович с коллегами, это колоссально важная вещь про дошкольное образование. Что мы действительно сделаем заработную плату, переименуем из воспитателей в педагогов хотя бы, они педагоги же. Дальше. Дадим им много денег. Это приведет
удивительные изменения в конкурсной ситуации при поступлении в высшее учебное заведение. Введем образовательный ценз, что не надо со среднего специального образования с колледжа номер один брать девушку 18 лет, которая не знает еще, как делают детей, воспитывать детей. Она еще не знает, она девственница абсолютно. Следовательно, но если не магистр, то высшее образование это точно. Дальше, посмотри, что произошло с педуниверситетом в Москве. Впервые за всю историю предобразования конкурсный ценз для поступления в Московский городской превысил в нефти и газа Губкинской, превысил. Причина, но она на поверхности лежит. Это учитель в Москве больше не занимается никакой бумажной работой. Не дай бог, директора казнят, это точно совершенно. Она сведена к минимуму. Учитель, благодаря этой технологии, ну, информационной технологии, он сегодня большую часть своей жизни отдает взаимодействию с детьми. То же самое происходит с директором. Ведь структура управления образованием, о чем тоже в докладе есть, не изменилась со времен, ну, по-моему, разгона учредительного собрания в 1917 году его разогнали. Не изменилась абсолютно. У меня вопрос. При современных информационных технологиях нужен ли муниципальный уровень управления образованием? В Якутии, где от одного УЛУСа до другого 600 километров, нужно. А в Московской области или в Пензенской области нужно или нет? Да не нужно абсолютно. Облачные технологии. Вы понимаете, каким образом мы сможем восполнить дефицит кадровых ресурсов на этих территориях и так далее. Я не хочу отнимать время, я заострил вот эти вопросы и очень попрошу Марк Львович из сообщества сделать так, чтобы наш новый премьер-министр посмотрел доклад. Спасибо.